А сейчас музыкальная премьера. Композитор Драган Косович. Две композиции. Они написаны специально для ансамбля «Танго втроем». Исполняет ансамбль «Танго втроем» в составе Марина Трикулич, баян, Инна Погребная, флейта, Елена Лысенко, фортепиано, а также Андрей Шевудяков, Артем Губарев и Владимир Кожухарь, ксилофон и перкуссия.
император Путин. Артем Губарев, Владимир Казухарь, Андрей Солодюков.